профессия – это работа, работа – это жизнь. Жизнь проходит на работе практически всегда. Вот поэтому без профессии врача я себя не мыслю. Когда даже на улице встречаешь женщину, и она с радостью бежит к тебе и говорит: «Доктор, спасибо», ну нет ничего лучше на этом свете, пожалуй. Передать словами это практически невозможно. Полное опустошение, казалось бы, сделал все, что мог, вот, но, к сожалению, не удалось помочь до конца. Настолько уже привыкли, об этом дома даже не обсуждается. Так же, как и всем обычным людям, в первую очередь, конечно, здоровье. Роста профессионального, успехов, счастья, всех, чтобы все желания сбывались, по возможности, конечно, и не болеть. Если врач не будет болеть, ну, будем надеяться, пациент будет здоров.